Три автомобиля перегородили полосу на проспекте Красоты. Девушка-водитель Toyota Wish очень сильно расстроена, заперлась в машине, уже успела поплакать, теперь сидит и пишет объяснительную. Версия: она просто слегка отвлеклась. В результате необдуманного маневра перед автомобилем, который двигался по главной дороге, пострадало еще две машины. Водитель Honda Fit в шоке, сделать ничего не успел. Ну как двигался с Толстого, получается. Ожидал, когда проедет Nissan, девушка Toyota начала поворачивать, не уступила дорогу Nissan, как бы, и вот произошло столкновение, и все, как бы, врезались. Как в кинотеатре 3D, все развивалось перед твоим лобовым стеклом. Ну да, да, вот оно, прям передо мной, как бы, все вот это. Назад я не успел сдать, потому что там стояла машина, как бы. Да. Оставалось только ожидать удара. А с девушкой разговаривали, почему она решила повернуть? Ну, она говорит, вроде как не увидела, что он едет прямо, вроде как поворачивает направо, она подумала, и как бы невнимательность. Водитель Nissan Note рассказал, что двигался по главной дороге и ни в коем случае не вводил в заблуждение других участников движения. Я ехал прямо. А девушка поворачивала, и мы врезались. Девушку смутило, что вы как-то направо там хотели? Вы по поворотник не показывали? Я просто ехал по правой полосе прямо. Ага. Поворотник не показывал. И она поехала прям в последний момент. Я не успел, я тормозил, но не успел. Вот так на ровном месте из-за невнимательности одного из водителей пострадало еще два автомобилиста. Авария получила статус неучетного происшествия. У всех владельцев автомобилей есть полисы ОСАГО. Но главное, что полис есть у девушки-виновника. Восстанавливать свои автомобили пострадавшие будут за счет страховой компании водителя Toyota Wish.